туда! Машина! Бегут машины! Цену любви хорошо знают эти два молодых человека из Смоленска. Они подыскивали девушек из различных регионов России и обещали им высокооплачиваемую работу. При этом сфера оказания интим-услуг отпугивала далеко не всех. Сутенеров и их работниц задержали в разгар рабочего дня по пути из сауны. При этом свою вину молодые люди признавать не спешили. За что задержан? Откуда я знал? Что за девушка в машине? А? Что за девушка в машине сидят? В результате обысков у задержанных изъяты предметы и документы, которые подтвердили их незаконную деятельность. Молодые люди планировали рабочий график девушек, доставляли их по адресам клиентов и обеспечивали их безопасность. Часть полученных от клиентов денег они забирали себе. Подозреваемыми были заключены негласные соглашения с сотрудниками некоторых бань, саун и гостевых домов, расположенных на территории города Смоленска. Так, заказы в агентство поступали не напрямую от клиентов, а от администраторов данных заведений. За сотрудничество и предоставление помещений для оказания интимных услуг сотрудники бани саун получали денежное вознаграждение. Полицейские выяснили, что организаторы приглашали девушек на работу через интернет.